Репортаж, новости недели. О том, что важно знать, расскажем, как умеем. А ведь мы это умеем. Новости наши стезя. Рифмы расскажем о том, о чем прозой нельзя. Это репортаж, новости недели. О том, что важно знать, расскажем, как умеем. А ведь мы это умеем. Новости наши стезя. Рифмы расскажем о том, о чем прозой нельзя. Нам нужно двигаться вверх, а не стоять на месте. И вроде что тут плохого, все думают о чести. О чести и достоинстве, оно у всех как знамя. Его нельзя ронять, в общем вы в курсе сами. И больше всех о чести думают политики. Они очень ранимы, они не терпят критику. Уже завалены суды разными исками. И в основном эти иски против журналистов. Но есть юристы, готовые снова и снова. Повторять нельзя, людей сажать за слово. Это не криминал с убийством и разбоем. Слово не воробей, в клетке не закроешь. Пора издать указ, чтобы из УГА убрали клевету, нельзя по пустякам. Лишать людей свободы, но все такие гордые. Суммы компенсации бьют в судах рекорды. Пластик уже не в топе, полиэтилен не в моде. Вот и до нас дошло, что нужно думать о природе. Вот и у нас наконец-то принято решение запретить пакеты разового применения. 15 миллионов каждый день идет в отходы. Каждый поход в магазин таит в себе расходы. Шуршание пакетов стало для нас привычным. Каждый продукт отдельно, пакет не будет лишним. В хозяйстве пригодится, ведь все наши покупки превратятся в мусор, и чтоб не пачкать руки, тот же пакет положим, выбросить можно позже. Ведь если крепко завязать, мусор вонять не должен. Но позже, как же можно так вредить своей планете? Мы превратились в страну летающих пакетов. Но вот решение принято, даже известна дата. Пакеты запретят в 2025-м. Учат не очень и вообще-то ни о чем отчетом. Главное, чтоб как по часам платили за учебу. Зато зачетки четкие, ни дневники никчемные. И если школа мать, значит и колледж тетка. Учат не очень, зато какие аббревиатуры. Громоздкие названия выглядят фактурно. Да и студент это уже не вчерашний школьник. Дети пристроены, вроде родители довольны. Учат не очень, зачастую закончив учебу. Все эти неучи не могут получить работу. Звучали строго в тишине слова вице-премьера. Вице-премьера озабоченных будущей карьерой. Учат не очень, никуда отчалят с этого причала. Участь у многих, увы, тревожно и печально. Пора начать меняться и менять систему. В теории все просто, на практике дилемма. И на этом все, что мы сказать хотели. Это был репортаж новости недели. Ждите обновлений на канале нашем. До новых встреч, народ. С вами был Ермашев.